этом конкурсе красота границ не имеет, а сила духа творит чудеса. Несмотря на физические особенности, у девушек безграничный талант и природное очарование. Дарья Баби, еще не знаю, что вот-вот станет первой вице-мисс, призналась, внутри вулкан. Выйти на сцену, выступить перед звездами – такое у нее впервые. Боязнь, что это может быть ошибиться, как-то не так сделать, потому что не знаю, что зачем идет. Не знаю, сам процесс внутренний этого всего. Но изучила его быстро, а вскоре блистала на сцене в вечернем наряде. Это танцевальное дефиле. Перед ним презентация и блиц-опрос. На каверзные вопросы девочки отвечали с юмором. Зима начинается каждый год. Она приходит неожиданно. Зима как женщина. Она внезапная. Победительницей стала Вера Беликова из Раменского. Всех этих уникальных красавиц собрала Ирина Российская, когда-то сама принявшая участие в подобном конкурсе. Еще тогда поняла, каждая женщина хотя бы раз должна почувствовать себя королевой. И моя цель – это показать общественности и показать тем девочкам, кто сидит дома, да, кто там не может найти себя, чтобы выходили в жизнь, чтобы двигались вперед, осуществляли свои мечты. Жажда жизни, вот она все равно, знаете, как травка пробивается через асфальт, и вот мы выходим, а травка, и она растет. Вот эти молодые девочки, вот как травка, растут, вырастут, и все будет у них нормально. С таким напутствием у конкурсанток действительно все получилось. И пели шикарно, и читали стихи, и даже учили приемам карате. В общем, удивляли, как могли. Конкурс проходил в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». Участницы отбирались тщательно. Из 20 претенденток в финал попали 10. Самым юным по 18. Для многих это настоящее преодоление себя. Шанс доказать миру, что невозможное возможно. С 12 лет я занимаюсь большим теннисом на коляске. За это время я добилась неплохих результатов. Являюсь призером всероссийских турниров по теннису. И это не последняя высота. После конкурса девушек ждут большие перемены. Участие на московских площадках, новые поклонники, интересные проекты. Главное, чтобы их ветер перемен был обязательно добрым и ласковым. Ла-фра, ла-фра, ла-та-тита, наслаждай сна, твои уста, и роза падает с куста. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».